Говорят, что каждый дом похож на своего хозяина. Если вы человек современный, предпочитающий комфорт и функциональность, то обязательно обратите ваше внимание на систему «Умный дом». Отопление, освещение, сигнализация – все будет находиться под управлением искусственного интеллекта. И вам остается только легким движением руки, но обо всем по порядку. Леонид, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, что же это за система такая «Умный дом»? Вокруг темы умных домов ходит много мифов. Например, что дом вам принесет кофе в постель или включится телевизор по хлопку. На самом деле продуманная система домашней автоматизации, или как в России ее называют «умный дом», приносит большое количество комфортных и практичных функций в жизнь вашего дома и вашей семьи. Система «умный дом» объединяет большое количество инженерных систем в единое целое. Это свет, климат, отопление, вентиляция, кондиционирование, шторы, аудио, видео и многое другое. «Умный дом» выбирают люди больше для комфорта и для каких-то практичных функций. Да? Например, выключить весь свет при уходе. Да? Нажимаете одну кнопку, у вас весь свет, все ненужные электроприборы отключаются. Или из спальни вечером взяли смартфон и отключили весь ненужный свет, там телевизор в детской. Вот, получить какую-то смс-ку о том, что дети вернулись со школы. Вот какие-то такие более практичные, приземленные функции, там, управление климатом в разных зонах, когда у вас в каждой комнате поддерживается своя температура. Умный дом способен выполнять определенные сценарии, которые будут заложены в систему с учетом пожеланий заказчика. Например, в вечернее время, нажав на одну кнопку, вы сможете закрыть шторами окна, приглушить свет и опустить экран домашнего кинотеатра. Управлять системой «Умный дом» очень просто и под силу даже тем, кто всегда был с электроникой на «вы». Система довольно простая, и если вы не используете автоматизацию, то у вас набирается на стене какая-то большая галерея выключателей, переключателей, пультов управления и всего прочего. Это гораздо больше смутит взрослого человека, чем какая-то панель управления с привычными иконками и подписью. Бывают заказчики, которые приходят, там, например, с кнопочным телефоном в возрасте, но при этом через какое-то время, через несколько месяцев обучаются и спокойно управляют всеми системами с iPad'а и довольны и счастливы, когда уезжают за границу и могут посмотреть там, как у них зимой прибираются на участке и чистят снег. Система «Умный дом» устанавливается во время ремонтных работ. Это стоит учитывать, переезжая в новую квартиру или строя свой дом. Монтаж занимает от 1 до 3 недель. Гарантия составляет 2 года, а постгарантийное обслуживание не ограничено по времени. Если у вас в одной комнате несколько групп освещения, регулирования яркости освещения, различные подсветки, радиаторы, теплые полы, кондиционеры и прочие другие бытовые вещи, то рациональность применения умного дома, она необходима. Меньше слов, больше дела. Проверяем систему в действии. Удобно, просто и быстро. Технологии 21 века диктуют свои правила. Так почему бы ими не воспользоваться? Ведь это сделает вашу жизнь еще комфортнее и приятнее.